Мало кто знает, что сюжет всем известной сказки «Буратино» Алексей Толстой заимствовал у итальянского сказочника Карло Колоди. Итак, «Буратино» — итальянская версия. Ты просишь сохранить тебе жизнь, но делаешь это без уважения. В ролях папа Карлик. Убей его. Кто это был? Карабас-Барабас. Хозяин? Да, Джузеппе. В роли итальянца Джузеппе первый попавшийся армянин. Что делать с Дуримаром? Купи ему квартиру в Капотне. Зачем? Я хочу, чтобы он мучился. Дуримар Никита Джигурда. Сын, настало время отойти мне от дел. Теперь ты босс. В криминальной драме Дон Буратино. Дон Буратино, мы все готовы исполнять твои приказы. Вы не все. Где эта черепаха? Вы про Шипулина? Я про Тортилу. А, она задерживается. Это позор. Вы про Тортилу? Я про Шипулина. Дон Буратино, у нас проблемы. Джузеппе, кто это сделал с тобой? Карабас-Барабас. Карабас? А кого же Бородатого мы тогда убили? У меня есть борода, и ты скажешь мне да. А но этого тоже не жалко. Послушайте меня внимательно. Нам необходимо разыскать Карабаса-Барабаса. Артемон и Пьеро, вы обыщите все наркопритоны. Зачем? Может, что-нибудь разнюхаете. А мне что делать? Тебе? Ну, ты походи и посмотри, может, увидишь что-нибудь. За работу! Как же мне найти этого Карабаса-Барабаса? Мы знаем, где найти Карабаса-Барабаса. Что вы хотите за эту информацию? 10 золотых. Вы что, у меня в крови нашли мельдоний, чтобы я вам 10 золотых отдавал? Вон отсюда! В роли кота Базилио... Вон отсюда! Дон Буратино, пока вы здесь болтали, Карабас-Барабас всю вашу охрану перестрелял. В таком случае пусть заходит. Я уже здесь. А, Джузеппе, ты и есть Карабас-Барабас. Как ты мог предать нашу семью? Я устал находиться в тени твоего отца. Я тебя умоляю, какая там тень? Все, хватит, Буратино, ты сейчас умрешь. Какой же ты глупый, Карабас! Что мне сделают пули? Я же из дерева! А что ты скажешь на это? Прошел час. Какой же ты глупый, Карабас! Что мне сделает лесопилка? Я же из дерева! Тортила! Надпись на панцире Почты России. Отомстим за тебя, Буратино. Но это уже совсем другая история. Смотрите продолжение «Дон Буратино 2».